Там дело совсем плохо. Они же арендуют, я так понимаю, помещение. Мы же им аренду взвинтили, поэтому они стримить начали, чтобы денег поднять. Я хуй знает. Бред какой-то. Зачем им стримить? Что они там будут делать? Без понятия. Игра, игра. Отвратительно. Отвратительно дела. Данич меня сегодня просто задушил. Я просто чувствую, что я игру буду проходить до конца стрима. Что-то здесь не прыгаешь. В чем проблема? Да ну. Блядская жижа. Почему они ХП не восстанавливают реально после уровня? Ну это же бред. Они просто не знали, как игру сделать чуть посложнее, что ли, еще? Бля. Еще же уровень с подъемом вверх должен быть. Какая же жопа. Че, Twitch обновили? Добрый вечер, блять. Весь день сегодня обсуждаем обновление Твича. И все вокруг недовольны. Кроме вроде бы меня. Блять, ну вот опять, серьезно? Почему уровень так начинается? Хоть, блядь, паузу какую? Ну, ебаный рот. Мне понравилось. Ты шутишь или тебе понравилось? Шучу. Это флюид. Да, уныло. Твич был в темном цвете или в белом цвете. Ничего не изменилось, шрифты поменяли. Кнопок добавили. Кнопки переставили. Все, уныло. Ничего не изменилось, по сути, но, блять, уныло.
Надо цветочек было поставить в уголочке. Тогда будет норм. Тогда всем понравится. Это вот, да, выкатил обнову новую, а котейку не поставил в оформление. Вот, ну что за ерунда? Хуйня полная ж, да? Если бы котейку они поставили, было бы вообще, ну... Ни одной претензии. Скоро пригласить. А не перебор ли это? Да бляха, ну хватит, алло. Да ну... Блядь, сейчас что здесь вылезет? Да хорош! Ты заебал, паук. Труп. Уп. Труп. Да ну серьезно, почему здесь нигде нету хилок? Почему здесь ничего нету, етить? Здесь есть жизнь, ну нахуя она мне нужна, блядь, если я и так ее, блядь, сейчас просру? Бред такой, просто... Я все равно ее сейчас просру, зачем вы мне ее даете? Может тут есть слева что-то? Что здесь может быть? И чё? И нахуя это здесь? Чтобы типа пройти? Бред такой. Бред такой. Ладно, до чекпоинта хоть дошли. Я даже не знаю. Смысл есть вообще что-то продолжать сейчас? Давай лучше умрем. Зачем я меняю? Кар. Не успею. Да ты хорош. ХП не будет сейчас на босса. Это что за бред? Да, здорово. Сколько? Да ну блять, игра! Да ну ты чё, блядь, охуела что ли, блядь, алё? Да ну хули ты три раза-то, блядь, кидаешь понизу, ты пошёл нахуй. Пиздец, ну вот и чё я делать буду с этими тремя хп? Учиться, блядь, что ли? Какая ты ебота, блядь, игра, алё?
Ты не охуел ли, слышь, дружок, блядь? Ты чё сразу-то в другую сторону пошел, блядь? Чё это за пиздец? Всю жизнь, блядь, он доходил до конца, а теперь, блядь, он в другую сторону пошел. Пиздос, что? Блядь, это еще что такое, блядь? Паук ссаный. Шел нахуй. Съебали, блядь, уже просто. Это... охуенно. Да просто... просто здорово. Да в пизду это сердечко. Лучше молчать. Хотите молчить? Хотите посочувствуйте? Здорово сейчас было. Так. Пошел-ка ты нахер, враг. А мы с тобой так разберемся. Да, это медленней, но зато безопасней. А ты мне что-то постоянно подкидываешь какие-то подлянки со своими топорами снизу. А у меня персонаж либо не нагибается, либо не прыгает, либо еще что-то, либо понос, либо золотуха, я хер его знает, короче. Персонаж вообще неадекватный. Короче, где-то вот тут я стоял, да? Я, по-моему, в прошлый раз этот бой прошел без дамага. 5, уходим. Ух ты, бля. В этот раз что-то пошло не так. Окей. Пол жизни. Да ну ты мог бы... да ну хватит. Да ну я ж специально тебя жду. Алло, перестань. Блядь, ты троллишь меня или чё? Ну вот он... блин. Ну серьезно. Да что это? Ты можешь за мной идти, блядь, по-человечески? Сука, тролль. Ну вот тролль, нет? Я, конечно, понимаю, что он и так, скорее всего, тролль. Хотя он больше похож на циклопа. Но он сейчас тролль. Он просто тролль. Ну ладно, тяни время. Охуенный.
Окей. Окей. Блять, 40 секунд, сука! Ты заебал, сдохни быстрее, блять! Быстрее! Быстрее, нахуй! Фу. Сделал, наконец-то, господи. Конец-то замок Дракулы, идти тою! Пионер! Привет, Фианор, если я не здоровался, не помню! Здоровался, не здоровался, не помню! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пипец, 8 ударов. Кто-то в хорошем настроении, смотри-ка, смотри-ка. Кто-то в хорошем настроении. Это Эрис. Очень приятно, царь, очень приятно, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно, царь, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно, очень приятно. Да-да-да-да-да. Ты еще на отдыхе, ну это хорошо. О, топор. Лови. Чё, хрипишь, поймал? Ха-ха-ха, какая шутка, блядь. Та-ра-па-па-рам. Сейчас, сейчас не Грим Рипер будет. Что-то я начинаю переживать немножечко. А-а-а, Сига, нет! Только не давай мне, пожалуйста. Да ну конечно. Игры 100 уже прошли? Да, конечно. Правда, 67? Да, блять, вы... Да ты-то еще откуда взялась? Алло, ты что, через дырку свалилась, блять? Вы пиздец, алло! Геймплей, алло! Я тебя нахуй сейчас пришибу, блять! Чё, заебали меня уже? Ты еще нахуй иди. Капец какой-то. Мать его. Прикинь, сейчас умрем, короче, начнем 2 уровня назад. Вот это будет вообще смехатунечко, блядь. Прям поржу. Спокойной ночи, Харди. Ну прикинь, чё? Сели, короче, играть в этот. Как его называют? Джеймс Бонд младший? Второй круг.
50 минут, блять, отыграли. И игра такая, короче, взяла и зависла. Блять, ты заебал, нахуй идешь. Короче, у меня вообще ноль прогресса. Не, ну вот это сейчас было вообще, блядь, просто божественно. Игра! Ты бесишь, ну! Какого черта ты каждый раз меня куда-то кидаешь? Хуй пойми куда. Когда мы тут были-то, я уже, блядь, не помню даже. Это вообще тот же уровень или нет? Я не помню. Ядерную я на всех скинул. Козел. Дайте ты нахуй с своими сундуками. Это и есть она, как бы, ну. О боже. Это замок Дракулы вход. А вот это, по идее, уровень 4. Я не пойду туда, отстань. Блять, что с этой игрой не так? Я не понимаю, блин, я нажимаю вниз, он не пригибается. Что это за чушь? Сдохни, пожалуйста. О. Нахуй ты идешь? Так, стоп, а я... Куда ты пошел-то, блядь? Алло! Я хотел проверить, есть там что, нет. Он, блядь, взял, просто сам пошел. Куда? Ёб твою мать. Здесь какая-то духота будет. Давай пока так. Есть курить, блядь. Сколько он мне снял только что? Что-то я не уловил, блядь, момента. Да сколько у меня было хп? Да, сейчас ничего не будет. Не, смотри-ка, двойка. Хорош. Два креста. Угу. Окей. Шкуби-дуби-да-да-па-па-дам. Нормально, пойдет. 19? Вообще нормально.
Главное лишнего ничего не хватать. И этого пацана... Опа, бля! Перепрыгнуть. Угу. Охуительно. Куда ты? Да что происходит-то, едите? Он, блядь, два креста кинул в другую сторону абсолютно. Чё ты делаешь? Ты нахуя? Ты идиот. Что это было? Все, кнутом бей, блядь, чё. Это чё было-то сейчас? Да ну брось, ну брось, игра, пожалуйста! Что ж за духота-то такая? Да блядь, ну ты-то еще нахуй! Блядь, еще ведь Дракула, ёба мать! Может они еще босс раз сейчас заебенят, я хуй помню. Ой, блядь, бред какой. Хорошо, Феанор, будь в понедельник. Будь когда тебе угодно. Да вот это что такое было-то сейчас? Блядь, как ты бесишь меня, сука. Тупой рыцарь. Жалко, что святой воды нету. Хуйнул бы тебе, блядь. Да ну... Чего, блядь? Я даже сориентироваться не успел, блядь. Откуда меня ткнуло-то? Ёбаный стыд. Бля, не игра, а какой-то кошмар, блядь. Действительно она называется... Проклятие Дракулы. Что по-английски звучит примерно как Danish Curse, блядь. Угу. Это Мэри Поппинс, если что. Чат, вы умеете предсказывать будущее? Санёк. Я тебя предупредил? Я тебя предупредил. А ты все еще думаешь, что это смешно? Или что? Тебе все еще кажется, что это смешно? Да? Пока, Санёк. Как без рук. Может он сеть плести? Нет, не может. Он же свин. Он тут. Он страшный свин. И я не буду тебя разбанивать. Не в этот раз. Из конфы я тебя потом удалю. Когда стрим закончу.
Я предупреждал. Это не смешно. Ты говоришь, что смешно. Нет. Теперь мне смешно. Ха-ха-ха, видишь, как я, блядь, прям... охуеть, шучу, сижу, блядь. Че он сделал? Да, в общем-то, ничего. Просто я ему говорил, что это не смешно. Ванговать. Он говорит, что смешно. Теперь мне смешно. Ему нет. Какой же, блядь, этот крузер сражающий. Я думал, предыдущий был тупой, блядь, уровень. Это не Силька заказал. Это заказал Данич. Силька на очереди, кстати говоря. На очереди на бан? В смысле, на что? На что еще у нас тут жесток. Почему мне здесь хилку не дают? Слушай, я жесток, я, блядь, предупреждал. Не надо шутить. Вот так. Это не смешно нихера. Меня раз кто слушает, когда... Нет. Мы, блядь, будем не смешно шутить. Потому что это вроде как смешно. Не знаю, правда, почему. Эх, тройка, тройка. Белых лошадей улетела. Да ну что ж такое-то, блядь. Так, а давай, значит, что сразу вот сюда. Хотя... Не, нормально. Третий сезон чего?
Охуительно сейчас было. Блять, это только первая фаза. Ну ты серьезно, что ли? Че ты делать-то будешь? А, ну охуеть вообще. А, мультик покасли. Ну когда-то там, наверное. Я не знаю. Блять, ну ёб твою, блять, ну ты чё взял-то, блять? Ёб твою мать. Пиздос, бред, блять. Да ну чё ты не прыгаешь? Блять. Это пиздец какой-то. Персонаж имбицил, блять. Ты можешь... Да похуй уже, блять, всё проёбано. Нет? Так до сих пор не разобрались. В списке где-то 20 или 15 игр висит, которые, блядь, никто не заказывал. Они просто из ниоткуда взялись. Да разницы нет. Чем его бить? Там один хрен, вторая фаза. Это первая игра. Думаю, блядь. Тупая игра, как ты достала, блядь, почему ты не прыгаешь? Ну, конечно, всрали сердечко большое. Ну, сдохни. Блядь! Иди нахуй! Что, издеваешься надо мной, игра? Почему здесь хилок даже нету? Чё это за бред? Они дают мультиплеер, чтобы больше предметов кидать. А нахуя мне это нужно, если я, блядь, умираю? Алло! Я дойти не могу, потому что сдохну постоянно. Смысл, блядь, этого всего? Смысл? Где, мать его, смысл? Ну я ебу. Теперь у меня еще и, блядь, это кончилось все. Охуительно просто.
Ладно, 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не промажь. 8. Блять, жижа, ты заебала, уйди нахуй. Смысл сейчас пытаться что-то вообще делать? Ну этот хрен меня сейчас просто ваншотнет. Почему я здесь сердечко, ну хилку не забубенили? Бредятина какая-то. Карик по Фомиком 6500. Да ну бля. И что мне с этим делать тебе? Крикса, это на Фомиком. Других нету. Твою мать. Мистер Вино. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Крикса, это сомнительная информация. Потому что он несовский картридж делает. Он не делает фомикомовские. Фомикомовские делают какие-то левые ребята на Украине. Всему. Обновить это говно нельзя, иначе ты его просто сломаешь. Ну, вернее, сломаешь флешку, скорее всего. Нихуя он не делает. Написано снизу. Крикс, made in Ukraine. Но как только горизонт белый берег зачерпнет, меня снова тянет, да, снова в порт, меня зовет. Ну как только ты пытаешься его обновить, тебе пишут, это не настоящий Evardrive. Ммм?
Так что нихуя он не делает. Костла не пойдет, куда не пойдет. У тебя скорее этот картридж на твоей приставке не пойдет, чем что-то на нем не включится. То, что у меня этот картридж есть, но он у меня не работает. Да, может, приставку наводил. Потому что блок питания 5 вольт. А нужно 10. Весело, здорово, замечательно, аутично. Я не знаю, как она на этом карике. У меня ее нет. Я не могу ее включить. Все еще косла. О, еще один, блядь, шутник. Один уже, блядь, в бан улетел. Давай. Кто следующий? Да ёпта, блядь. Скорее всего, тот же самый. Блин! Да ну куда я тебе деться-то должен, блядь, алло? Ты его на него кресты не работают, блядь. Да, блядь, прыжок-то сегодня будет работать, чё за пиздец-то, блядь? Прыжок, блядь, ещё не работает, он, блядь, просто уперся, блядь, и стоит, нахуй. Блядь, что-то какая-то голова летаешь, и тут нахуй на пол экрана. Я, пожалуй, не буду прыгать. Уснул, умер, блядь. У меня три. У меня есть олдскульный Дэнди. Сюбар. На нем работает. Но она пал. Она пал. И она запускает только пал версии. Нормальный. С нормальной скоростью. Но вот этом, который HDMI, на нем не работает. Потому что там сзади микро-USB разъем для блока питания. Та, которая Dendy Junior сверху лежит, на ней тоже не работает. Хоть она NTSC, и у нее блок питания есть, но он на 9 вольт. Поэтому на ней не работает. Тут 5, там 9, на старый 10. Все. Больше у меня нет вариантов.
Буду потом покупать. Там одна NES я видел. Она что-то дешманская. В списке поддержки написано, что она поддерживается. Сочи тут 13 баксов, но проблема в том, что ее возят только с Америки, а это еще плюс 20 бачей за доставку. Да ну когда ты, блядь, перестанешь мне дамажить? Все код 30-ка и того. И плюс, скорее всего, для этой хрени мне... Ну как, скорее всего, мне 100% для этой хрени нужно еще и... Переходник специальный. Что за Дэнди Джуниор? Но она перепаяна. Я тебе уже говорил об этом. Это просто обычная Дэнди Джуниор. У нее кварцевый резонатор не PAL, а NTSC. Поэтому она... лучше работает с NTSC играми, нежели с PAL. Ать, ну ты завязывай, ну. Еще в жопу часы. Да, из-за камня. Не помню я. Что там за Дэнди? Конкретно Джуниор. Там 104 игры, что ли, было? Но поскольку паять я не умею, теперь этих 104 игр там нету. Пека. Блин. О, боже. Да ну брось, игра. Я стараюсь, блять, и так за всех сил. Хули ты меня тут прижимаешь-то, блять? Блять, как вторую фазу бить? Там доп. Оружие не работает. Я забыл. Я совсем забыл самое главное. Чуть ли был. Худануло что-то, блядь. Как будто кто-то гузнул. Что? У меня есть Алукард. Ну давай иди! Фу. Ну-ка. Я ничего не предлагаю.
Да, блядь, да что с этим блоком-то? Он, блядь, проклят, что ли, блядь, не пойму. Да вы издеваетесь. Куда я должен, блядь, увернуться? Бля, этот блок реально проклят, блядь. Я рядом с ним находясь, не могу прыгать. Да ну прыгай. Пожалуйста. Теперь жопа начинается, да? Какая-то. Абсолютно серьезно, да? Как оно у меня называется? Ты джуниор? Там не написано ничего. Просто Дэнди Джуниор. Она с красно-синими кнопками. Ой, блин. Можно перерыв сделать. Что-то духота какая-то. Ладно, ладно, ладно. Меня больше бесил вот тот уровень, который был.